Дайте пристабов, пожалуйста. Так, 32 уже. Давайте поближе к боссу подходим. На счет 3 будем пулять. Раз, два, три. Верим. Дамаг максимальный. Уже отошли. Мало миликов. Надо, чтобы кто-то, наверное, сбегался. Блин, сейчас лучше кинется. Этот Хэлла, сбегайся с миликами, короче, в зеленый. Если не затруднит. Их там мало, чтобы немножко дамаг поделить. Ну что вот это? СС был? Нет. Все, чилим тогда в 4 хиланах. Да я хуй знает, залупа будет. Встаем, блять, по местам. Дамажем. Койла хилим. А, да. Yes. Кто там? Падать. Пушистый Эссалин. Пушистого Эссалина, да, прибежал петух и хлопнул. ГЦ? Не спарите куку. Ну, просто интересно. Ну, он близко был. Кто, блядь, был? А, могли, да. Ты чё, это же тактика для баранов, блядь. Вот именно вот это. Для совсем, для, ну, как бы вы не обижались, но это для самых тупых людей, блядь, тактика. Вот это вот. В угол вставать, нахуй, не двигаться. Слушай, единственное, что не могу понять, почему, блядь, по мне так сильно ёбнула чума, или меня просто никто не хилил на протяжении долгого как времени. Работает чума? Как работает чума? Когда ты стоишь один, в радиусе 8 метров никого с тобой рядом нет. Чума усиливается. Первый тик бьет там 2000, второй 6000, третий 8000, четвертый 16000, пятый там убивает. Тики каждую секунду. На пятую секунду ты умираешь. Вот ну так да, я вижу то, что в течение ну, да. 7 секунд хила вообще у меня не поступало. Дело не в хиле. Надо в рейде стоять. Надо стоять с людьми рядом, чтобы ну, чума постоянно перекидывалась. Мы же были вместе, нас слизень откидывал, мы все стояли в толпе. Не знаю, может быть, бывал такой баг, я видел пару раз, что этот умирал челик, даже если в рейде стоял. У меня на прошлом траве был такой баг, что я, блядь, прям в фачке стоял, а меня ебнуло 21к. Там оно идет вроде 12 и 21 потом к, короче. Да там похуй, сколько, самый факт, что надо стараться в рейде стоять, она перекидывается постоянно. Если не перекидывается, ну я не знаю, побегай посреди людей, может на кого-то кинется. По идее, должно перекидываться. И есть у кого-то гильдбанк поставить, а то я, блядь, рыба кончилась. Да, есть, сейчас меня поднимут когда-нибудь, я подставлю. А чё вы не добежали в треугольник там? А солиный пушистый ещё трудно, что ли? Мне вообще тактика нравится, вот у стола называется. Самая кайфовая, моя любимая, блядь. Без вот этого стояния в углу пидорского. Ну ты вышел к локу и все, и сдох. Для меня всегда было по душе, когда залетаешь то к столу, то в центр, то к столу, то в центр. Красота. Ну да, заебись тактика. Ну, типа, вот он в квадрате появился, милики с РДД к столу сбегаются. Вот здесь вот. И он до сюда идет очень долго, РДД его на полпути, я не знаю, больше половины хп сносит. Потом они встают все вместе и отлетают в центр, вот сюда, в крест. То есть встают. Да, да и все. А потом он уже до креста просто не дойдет. Вот эта тактика заебись. Можешь по этой попробовать. Ну хотя хуй знает, сейчас, блядь, вас переучивать. Там же надо объяснять, блядь, с какой стороны от слизня зеленого ты стоишь, в ту сторону и полетишь, нахуй. Это же пиздец. Там знаешь, сколько IQ надо, чтобы это понять? Это вообще. Ну тут же геометрия задействована. Это геометрия вообще, блядь. У меня в школе. У меня пятерка была, блядь.
Тут некоторые Держись нам тогда, как это. Теорему доказать, да? Вон, сжигали же ученых, когда говорили, что Земля не плоская, нихуя. Ага, нихуя себе. Мне челики доказывали, по этой тактике невозможно убить, нахуй, только в углу, блядь, в ёбаном Сирусе, блядь, с опротами. Ну, в общем, да, рулу постоянно. Не, ну сейчас еще хил отвалил, сейчас смотри, зато БР без КД, нихуя, и еще 3 БР. Ну зато СС и все в КД. О, смотри, нормально. Да, я пойду, короче, проверка, пойду пить эту хуйню. О, нихуя. Тут у профа, короче, что-то сундук какой-то стоит. Так мы его потом залутаем. А, короче, нихуя, тут тринка лежит. Колба. Блядь. Что там, лайкоил тут? А убить надо, да? Ну, это, ну все. Вот эти. Блядь, а почему туда не могу залезть? Вроде бы, блядь, прикольно, смотри, там что. Блядь. Я бы хотел там пошурудить у него в склянках. На столе вон там полежать. Хорошо, что ты уточнил, что в склянках, а то можно было подумать. Смотри, я вращаюсь. Ебануться. Ну, бля, что-то не стакается нихуя, что за хуйня? Будет стакаться сегодня, не? Пиздец. Вот 16, нихуя. 24. Давайте на счет 3 будем пулять. Раз, два, три. Лужа вышли. Блять. Двойная. Уярим сильно. Профа. Когда он откинет в РДД миликов, ты сразу веди профа туда, потому что миликам, чтобы быстрее до него было добежать, и сразу дамажит. Дамажит без зеленого. Вот. Туда веди сразу профа, чтобы они били его тоже. Ага, в обход это. Ты им выиграл время. Все, сейчас добьют лужи, выходите. Ага, пойдет. Блять, он дал уже хуево. 2% хуярить. 5 секунд. Давай, не зыбку. Захилите, захилите, захилите. Щитман возьмите. Этого хильте. Потом с красным бегом. Пельмени. Сейчас еще одни полетят. Готовимся. Еще полетели. Убежали. В лужу вышли. Колбы милики. Бьем. Давай, позбегайся, если зеленый будет кусаться, по-мизон побеги. Так, зеленый, да? Пельмени. Зеленого намажем. Шопнуло. А сколько вас там было-то, блядь? Вы чё, за профом побежали, блядь? Ебланы, блядь. Просто первая, вторая пати, нахуй. Стволка у тебя есть? Нет. Бели, Ресы, Хэлла, Ровист, Казика. Пельмени, отбегайте. Это Эли, Хэлла? Да. Каску, апку из таба быстро обновляем, играем дальше.
Гильбертка у меня остался. Красно бьем. Нестойкий с чумой, смотри. Ну не твердо даю там отдайте. Мухалуки, это ебаный в рот, блять, ты чё, сука? Зеленый готовился. Ебаный. Бегите в РДД, хули. Все, сбегайте с черепом. Не, вас не хватает. Надо устала играть с вами. Здесь пыльте куклу. Хуйня. Туда мы бежал, по-моему, кто-то в РДД. Да, понятно все, нахуй. Ну, их мало. Их там сколько, нахуй? По ним дамаг. Может, мне тоже в мелика прыгнуть? Не надо, это хуета. Это хуета. Так, это Мороз, знаешь, что в кукле делать? Все сделаешь так же, как я, да? Сейчас поменяемся с тобой местами. Положу этого пидора за нос. Я встану. Я тоже ему срез дам. Да ему срез. Короче, сейчас тактика будет, в углу не встаем, нахуй, по-другому переучиваемся. Значит, сейчас будет тактика называться у стола. То есть, когда выходит зеленый, сбегаемся к столу, чтобы слизень отсюда, от синей метки, шел к столу, это дохуя расстояние. За это время больше половины хп ему снесется. Вот рыба. Сука, а есть ГБ еще, блять, я тут раз не взял рыбу. Сейчас поставлю. Я поставил. Все, поставим. Будет подкрафтить потом. Так, вот рыба. Хаваем. Так, треугольник уберу. Тактика у стола, она делается тогда, когда... Ну, короче, когда милики не сбегают, не бьют зеленого при появлении. При появлении вордедешники бьют. Ну, примерно этот, и, кстати говоря, Локи. Кто-то занимается такой хуйней, как кидание косноязычия? И мне еще надо косноязычие на всех двух слизней. Давай, значит, пушистый, ты кидай на красного всегда, а ловикоил всегда на зеленого. На переходке, я сейчас тебе скажу, на переходке ты будешь плевать в обоих. В каждого по плевку. И если ты накопишь при этом, если, ну, где-то лужечку себе присохранишь и накопишь на третий плевок, это будет хорошо. Ну, в идеале тут всего хватает. Рейд, много РДД, дамаг есть, чтобы убить двух из них, должно быть нормально. Все, что надо, это понимать, что вот тактика, смотрите. Вот зеленый слизень, я такой, да? Вот вы там устали. А зачем на переходке в зеленого плевать, он все равно... В зеленого плевать надо, потому что он, вы не стоите в углу. Ну ладно. Вот, чтобы он до стола дошел, вы его... Вот он так, смотри, идет. Вы его бьете, РДД, ну на ком зеленый дебаф. Он до вас идет. Вот цель выбрана здесь, вот где проф стоит. И вы встаете, он до сюда доходит, и вы встаете ему за спину, вот сюда встаете. И отлетаете вот сюда, крест. И отсюда его дамажите. Как он только выбрал цель, милик, если там какой есть, то подбегаешь, бьешь его, и все, и там он умирает. Давай так попробуем. Ну давай пей куклу, хотаем эту куклу. Водить профа здесь надо уже не в той стороне, где квадрат, а здесь от стола, да, ну, возле этого стола, короче. Хотайте. Дим, чуть подальше к стеночке отойди, чтобы не развешивался на других. С пятилетку проклят. И инфу бы еще, кстати. 24. Так, сейчас я дам отчет. Маги, дайте инфу там. 5, 4, 3, 2, 1. Тут все то же самое, только слушай, я минимально проведу. И верну потом обратно к столу профа. Лужи.
Че, в РДД лужи, милики бьем спокойно. Довести сейчас со стола обратно. Вот выходит зеленый, РДД к столу, РД... все к столу, все к столу, все к столу, все к столу, все к столу. Вот, слизень выбирает цель. Все в слизня, все в слизня, все в слизня. Дамажим. Встаем так, чтобы отлетать от черепка в сторону креста. Вот сейчас он добежит, будет взрываться. Лужа. Мал крик на хп. Добиваем его. Ну нахуй вы с ним близко стоите, блядь. Диспель кухнул. Мне кажется, они не поняли. Да нахуй надо, блядь. Я говорю, та тактика стоять в углу, это прям, ну, для дебилов. А тут, блядь, этой тактике нахуй надо раз 20 упасть. Тут немножко не в этом дело. Не убегай, взорвись. В том дело, что надо было отбежать от слизня. Вот у него недобитый 20%, вы рядом с ним стоите. Надеюсь, что он вас не выберет. Он выбирает вас, минус 3. Все, играйте как хотите. Хотел спасти и не спас. Воин, слышишь? Нет. 25 полная хуйня. Я рад за тебя. Сколько? 8к? 12. А чё там, диван? Снимай диван. Чё? На арго написал. Это главное, что мы не видим, что он написал. У стола, когда собираетесь, не в одну точку вставать, а немножко по линии вдоль стола. Стола. Чтобы если лужа кинулась, ну, в день не был весь рейд, не 15 человек, а там 2-3 человека, которые можно захилить. Вот. Ну, цель в лужу. Получается, от цели слизи надо отлетать в крестик? Да. Как с тем, кто, блядь, цель слизи, он типа улетит к столу или что? Он вообще не улетает. Ну вообще, да, должен к столу. Но когда он взрыв произошел, ты освобождаешься от за, ну, от стана. И можешь отбежать. Ищешь в сторону креста и все. Ну, сколько пишешь, он был целью, он улетел. Ну вот я и говорю, когда улетаешь, потом бежишь в сторону креста. Не успеваешь. Я только что бежал из стороны оттуда, из стола, в крест пытался добежать, меня, блядь, словили. Думал, наверное, за, ну, слизняка заденет по это, попачкается. По прямой линии в крест надо бежать. Вот вы стоите. Да хули это, до хуя нюансов объяснять. Вот стоите вот тут, да? Вот так вот уперлись. И вот так вот линии стоите. Вот. Кто-то вот тут в стенку может встать. Вот тут. И все, вас слизень выбирает. Вот здесь можете. Вот РДД можете вот отсюда. Вот в этой хуйне встать. Может тут вообще вот в эту колонну вот так встать. И все, и зеленый слизень дохуя долго будет сюда идти. Вот милики можете вот. Ну, вот дошел, откинул, ну, блядь, я не думаю, что вот в типа хватит, пока он встанет, вот того времени, чтобы ты вот сюда вот так добежал. Хватит. Сейчас познаем дзен. Где там литр пива? Давайте шкаф. Уже тут. На переход с красным дебафом также в кресте тусим. Да блять, хоть где нахуй. Главное, ну, вот он начинает бежать и выбирает цель. Главное цель бежать, а не на него не добежать, не выбрать, а от него бежать. И зеленый, когда откидывает, вот допустим, вот я, допустим, тут стою, да. Вот зеленый меня выбрал цель. Он подбежал ко мне, он
откинул, начал каст кастовать. Просто бегу в сторону креста и все, вот так. За это время вот где-то здесь меня выберет, где-то вот здесь. Ну, это одна из 25 вероятностей. Но в основном он выберет того, кто уже здесь стоит. А на переходе, где зеленые стоят, что? Там же, где стоят? На переходе мы стоим вдоль стола. Как вот, блядь, вот это вот расстояние. Блядь, можешь меток поставить? Не, ну это понятно. Я про метки эти зеленые, красные. Да нахуй тут метки не надо. Надо, блядь, мозг нахуй, чтобы работал. Зеленый, когда добежал до вас, откинул, вы на него не бежите, а от него бежите. Потом, когда он выбирает цель, милики на него бегут, чтобы бить. РД его бьют. Пиздец, тактика трудная, да? Красного просто бьют. У кого красный дебаф, бьют красного. У кого зеленый дебаф, бьют зеленого. Потому что если у тебя будет... Тактика галактика. Потому что если у тебя будет зеленый, ты будешь бить красным, там будет единичка урона. Пей куклу. Главное, ребят, не забывайте вставать так, чтобы вас откинул в сторону креста, вам так проще будет. Че, трясется по уме? Трясется. Натуре. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Лужа, милики. Зеленый слизень. РДД, к столу подбегите, блять, вас выберет. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, пошли красного, зеленого. Уже выходим. Ебать фонтаны из людей. Ну, добиваемся с ним. Хорош. Беги, малыш. Не кажется ли, все висит, нет? Нет. Не-не-не. Что там, кстати, это? Всех сопроты. Выпито. Ну, я типа аддону. Блять, быстрее мне сдохнуться. Насчет сопрота сейчас скажу. У меня сопрота нет, но я просил. Так никто ж не встанет, да? Бежим. Сопрот не выпит. Ну, много как. Так нахуй тогда вообще это надо? Это мы, блядь, в углу и помирали. Дамага много проходило. Не знаю, можно ебануть, только, видишь, РДД себя не могут ощущать миликами. Да нет, первый трай нормально. Да хули нормально, там, блядь, рейд 15 РДД. Из биликов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть миликов мало, надо хотя бы 8. Ты что, может 20 миликов просто? Блять, еще что, ну, поумнее скажешь. Ну, а что, там не умирает, тут не умирает, похуй.
У кого там милик есть? Хотя хуй знает. Думаю, что дамаг нормальный дает. Может, милик у кого сильнее есть, чем РДД. Так а правда, зачем мы, ну, вот это все давно начали, если мы до третьей фазы уже дошли, и там, ну, два ляма у него осталось, или сколько там, блядь? Не понимаешь, да? Ну, типа, блядь. Типа, блядь? Так а жуки сейчас не милики? Ну, наверное. Вообще, вообще элим. Ну, ну видишь, он и в элиме, нахуй. Ловушка. Типа, если бы ты не задавал таких глупых вопросов, было бы понятно, что ты знаешь, что тактика на этом боссе. И вот зеленый слизень, он 220 тысяч урона делит. Даже не 220, где там нахуй. Хули, тактику нахуй надо читать, да, блядь, в своей жизни. Я релогнусь нахуй, сейчас лучше линкану, блядь, дамаг. Видишь, у нас челик в элиме, блядь, 5 миликов, и их выбирает слизень. Наносит им дамаг такой, что не умирают, блядь. Да так-то можно фул в РДД только по этой тактике, пока мы научимся нахуй играть. 5 часов пройдет нахуй. Сейчас челики уже уходить будут. Ну по этой хуйне заебись. Он там 100 тысяч урона наносит. Нет. Ну вон, посмотри, 107 тысяч. Где ты увидел? Нет, Гера, вон 107 тысяч урона. Там 220 тысяч или 250 шкаф. Цель начинается двигаться неустойчивый среднюк и добравшись до нее, взрывается на вся 107 тысяч единиц урона. Это хуйня все. Тут неправильное описание. Они типа, блять, умирают практически. Даже под щитком, если ловит все. Какие там 107 с хуем тысяч урона? Не, ну 107, если поделить на 5, это должно быть 20 тысяч. А у них по 30 тысяч хп. И плюс еще мой щиток хуярит. Плюс щиток, ну, по 15 тысяч. Шатает, типа. Это минимум 15. Ты до этого видел, что было? Или нет? Ты вообще не смотришь? Ну мы же на первый ретрай, мы же ебанули почти, нормально все было вроде. Так там, наверное, милики были другие, блядь, еще дополнительные, не? Или похуй, да? Тебе этот факт не интересует? Ты хоть смотри. Ну, там происходит. Еще один милик, по-моему, был. Ну, вот именно, блядь. Там два милика было еще. Было не 5 миликов, а 7. И они выживали. А сейчас их 5, потому что жуки, блядь, в элеме. Если Равис спекнется, будет 6, нахуй. Будут они выживать или нет, я хуй знает. Надо пробовать. Надо, чтобы кто-то сбегался, а кто-то это, ну, лемы только могут сбегаться. Вон, жуки Венха надо, блять. И Миралис из Хэлла, чтобы сбегались, тогда они смогут дамаг поделить так, чтобы милики не сдыхали. Кто там у нас огнестойкий, ну-ка. Вот тебе ассист. Ты будешь водить миликов. Я потом посмотрю по воду, кто отлетал, кто нет. Опять вводишь босса, короче. Этот самый, кто он? Дед Мороз. Дедушка. Опять стоите в угол обоссанный, вот в этот. В засанный. Посмотрим. Ну и когда в вас летит вот этот слизень, там могут быть рандомное количество хилов. Может быть два хила, может быть один. В этом, в треугольнике. Если там шамы есть или присты, то не постремайте себя там похилить после взрыва слизня. Гайлоки, косноязычники дайте тоже на обоих слизней, чтобы не дольше цель выбирали. Время выиграть, чтобы подамажить. Пойду купить. Мы сейчас по какой? Летаем туда-сюда или... По старой. В обоз, в обоз, в обоссанный угол. А, окей. По тактике, блядь. Галактики. Одна извилина, нахуй, называется тактика. Не, она хорошая тем, что, ну, максимально, блядь,
Встал нахуй, как вкопанный, блядь, и ждешь слизня ебаного на сопротах. Да, ну а зачем тогда вы стартанете? Ну да, конечно, зачем. Надо умнее становиться, надо быть дебилом. По той тактике легко убивается, просто надо понимать, как слизень зеленый работает. В какую сторону от него отбегать. На счет 3 пуляем. Раз, два, три. Лужа. Так, зеленого бьем. И профайл. Треугольник встаем. Давай. Умер. И отхилили. Не спальте попу. Похуй уже. Ты еще заебись просто. $15,000, $3,000 саппорт. Так у тебя саппорта нету. А нет, есть. Ебало лицо. Главное, до этого где хп было. Ну, слизень один раз взорвался, по-моему, на первом тике. Да. А там чума, блять. И ребят, те, кто с красной меткой, на кого цель красный поймал, вы не убегайте от трусов, от зеленой метки, потому что хилы некоторые в ней стоят, и они хилят всех. Ну да, недалеко надо быть. Хорошо, мы срезали. В зеленую сторону лучше же бежать, потому что как бы и там если мирики в красном стоят, то сразу пробегут, и как бы и там если что, там тоже даже шире побьют. Да и хилы тоже, если с красным дебафом вот тут стоять, чтобы за углом вот этих челиков прохиливать. Там за углом бывает, если за ДЦшника стоишь, не видишь пол рейда вот здесь кто. Да, я не видел ДЦшников вообще. Не мог прохитить. Где Миралиса? Он встал, видимо. Сейчас давайте без... шкаф. Да нахуй это бежать, все это долго. Там дальше резко. Я так понял, что ты просто в другую сторону упорял, и поэтому тебя не смогли просто похилить. Но тут на самом деле я еще прослакал, я тебе мог возложение дать, но просто я тупой, блядь, на фреймы не смотрю нихуя, блядь. Если, короче, на красном кто-то далеко уйдет, и у вас хп будет проседать, кричите, я возложение кинул. Или боб там какой-нибудь. Да, тебе бафайтесь быстрее, напью куку. Так, на кого СС? 4 СС, по идее. Ну на кого кидали до этого? Вот на трех друидов и четвертое тело на свое усмотрение. А, ну я на тебя уже не могу кинуть. Да и похуй не надо. Я танк, я не должен сдыхать. Там на кого-нибудь на хила кинь там.
накерзает. Тридцать две. Да, блядь, это кто-то отошел. Сорин. Сядьте, поешьте пока. Пока вы сидите и едите, урон у вас устанавливается. Че хилом ману сливать? Да им про это говорили 5 миллиардов раз, блять, вот ей-богу. Каждый раз, как, блять, в первый. Еда закончилась. На счет три пуляем. Раз, два, три. Переводим в домах проф. Про сейф не забудьте, пожалуйста. Язычи. Пельмень. Еще пельмень. Или Шарину, если. Уже. Прибав дали. Пельмень. Сейчас пельмень. Оранжевые приготовили, смотрим метку. Из луж выходим. Choking soon. Пиздец. Choking. Пельмени ушли. Собака. Зеленый появляется. Почему? Я по мане уже нахуй сел, блять. Типа, блять, можно, чтобы друиды сорели? Не могу просто включать голос, блять. После зеленого уже на дагим на ман. Пельмень. Захильте Обаму немножко. Лужа, пельмени. Метка побежала.
choking soon. Choking. Petal cast. Choking soon. Choking. Да, друиды, у кого есть иннер, чумовой залейте. Ремень. Так, готовимся. Процента 2 еще снесите. Все стопнули по боссу. Красного. Шарлина, дай гимна ману. После красного все босса мультидоты, типа после красного фу по боссу. Фу по боссу 1%. Зип. Бами по команде массакр наш. Блять, ну ебаный ты урод. Точно ты пятишка, да, надо. Ты, блять, как будто не понимаешь, что не зыбка висит на рейде. Так, первые стаки воруют огнестрой. Готовимся. После трех на танке или сразу? Вот сейчас готовься. Три. Две тунти. Все, забираю брат. Угу. Один у тебя есть, еще немножко осталось. Три, две тунти. Да, я вижу, можешь не говорить. Все, теперь то же самое. Второй будет литр пива делать. Пиздец. В рейде стойте. Все, три есть, литр пива. Также отходи с мелизоны, выходи и также готовься. Лужи вышли. Литр пива, готовься. Тунти. Не повешался. Блять, литр пива. Дубль 2. 3, 2. Тунти. Отлично. Забери. Угу. Готовься еще два раза. Готовься. Тунти. Пойдет. Или что, не было? Было. Еще один, да. Еще один раз готовься. Таунти. Босс захиливается. Ладно, на третьем стаке с тебя заберу. Казик будешь готовься забирать. Так. А, на нем 4 уже. Ну и все, пизда. Почему захиливается? Когда цель со стаками умирает. Ну хули. Да повели еще как залупа, надо было забрать нахуй. Быстро, очень быстро. Повели быстро, и РДД нету грамотного, который... Есть РДД, который не долбоеб, который может поставить на себя звездочку, и чтобы вот халуки это ты будешь. И все будете бегать звездочки. Если пельмени отлетают, просто от них отходите и встаете обратно. Есть саппорт к вам? Кто-кто? Саппорт? Дерево проехал. Да, саппорт на рогу. Дайте мне тоже. Дерево проехал. Смотрите, не падайте, не попадайте ни под пельмени, ни под какую залупу. Один бертука. У кого саппорта взять? Дереву. К
Короче, я буду прям с первых стаков его талантить, чтобы у танка было три шанса на проеб еще. Да ты-то стаунтишь, это хуй с ним. Надо, чтобы литр пива у тебя, ну, раздупляется, понимаешь, что делать? Сможешь лучше еще сделать, как огнестойки это делают? Или другого лучше понадеяться? Вот давай попробуем. Будешь вторым, Казик будешь третьим. Потом мне уже дотанчивать. Если бы литр пива... Надо тебе еще, когда ты стоишь, смотреть, чтобы ни пельмени, какая залупа в тебя не прилетела. Ну вот. Потому что если ты сдыхаешь, тот человек, который со стаками сдыхает, босс отхиливается. Халукет. На третьей фазе вон кружок будет. На миликах вон, кто там? Травист. Стойкий квадрат, спасибо. Да и похуй. Светят заново поставят. Чувай, ровист. Ебай, заебался я тратить этого пидора. Нормально, в следующий раз зато легче будет. Сейчас уже народ потихоньку дуплять стал, сыгрывается. Понимаешь, если человек со звуком играет, там ДБМ всю эту парашу проговаривает. И по-английски, конечно. Был бы какой-нибудь умелец, который мог бы это, ну, записать бы голосом. Слушай, там можно на... Открою, блядь, охуеть, какой секрет для всех. На ДБМ, на любой анонс можно поставить абсолютно любой звук. О, надо вот мне, короче, это сделать, записать, нахуй, что мой голос, нахуй, чтобы пельмени бежим, нахуй, чтобы какую-нибудь такую хуйню. Колбы, милики, съебались, он вот такая хуйня. В смысле, хуй знает как, ты открываешь ДБМ, блядь. Ебать, учу, нахуй. А матерасу, только ты. Я пью куклу. Вот и... Там, короче, выбираешь любой скилл и выбираешь анонс. Все. Вся хуйня, блядь. Сейчас еще 8 ранги прокнуты. Все, прокнуло. Давайте подходим, готовимся. Еще 3. Раз, два, три. Поехали. СС там будет время после уже. Да, во время. После переходки уже, после 200 дней. Ходим, слушай. Развешивайте там. На Рависта или еще на кого-нибудь. И на хилов лучше вешать. Ну ебаный ты в рот, блять. Бараний рог, нахуй. А у меня и нет стол? Я чё, хуй я... встал у меня, нахуй. В треугольнике за это. Стеблый. Да хули, уже все нахуй. Внутри тела упало, блядь. И меньше людей стало. Залупа, да, больше упало. Поебень. Ну это они после упали. Уже слизень повзрывался, не спальте. Ёбаный урод, блядь. Скажите, меня от красного убило или нет? Меня и над стол просто... Так кто говорит? Огнестойкий. Кто-кто? Огнестойкий. Не, я думал, там и террасу говорит. Да, я, блядь, не успел добежать. Да, да, не так.
Я так и поверил. А то, что переходка, то, что переводим профа, ни о чем не говорит, да? Что до треугольника-то надо добежать, что дебаф-то может быть на 25 людях, на любом из них. Ну ладно. Блять, мне уже Синдра кажется проще в миллион раз, нахуй. Кстати, Синдра не то, что проще, а Синдра будет интереснее. То есть просто здесь как-то... Да, интереснее, да, в натуре. Я помню вайпы на Синдре на лями, блять, хп. Просто челик набирает, 30 атаков хлопает, минус рейд, нахуй. Охуенно. Слава, ну, последний драйв? Да, надо спать можно. Вот, видите, уже люди спать хотят. Я вот не хочу. Ты завтра на работу? Не, два выходных. Вот, видишь, не на работу. Осталось спать всего лишь 5 часов. Блин, что-то тебе, походу, сейчас надо идти. Ну, если трай даешь, так, ну, хуй знает. Ну, нету людей некоторых. Вот, доты тоже не играют. Кто там? Некоторые челики хуй забили. Видишь, в этом статике недобор. Траить не хотят люди приходить. Может быть, просто работают. Да, разные ситуации. Вот в роге вижу только дракона и этого. И не вижу. И Асалина, блядь, и все. Был еще же какой-то. А, блядь, уже в командировке написали, что это надо. Ну, командировка-то понятно. Вот тогда людей, короче. Ставьте шкаф сразу. Постарайтесь максимально сейчас на этом трайм. ДБР и без КД. Или все здесь. Попробуем, все. Попробуем сделать все, что можем. Рыбухава. Что-то у меня пукан горит, что ли? Чуть-чуть. Показалось. Принимаем, пока вы хаваете. Вон, давайте. Рыбу хаваете. Вами, койл, чмовая. Я здесь, здесь. Ну, мне 60 тысяч ма нарезать. Это, не поверь мне, не самый быстрый процесс. Ну, резай, резай. Ты это уже все резнул? Или еще чуть-чуть, ну, да. Хуйню. Не-не, все, это у меня 60 тысяч получается вместе с этой хуйней. А, так, ну тогда пью куку. Да. Сядь еще раз поешь, пока регенится энергия. О! Вот 4, 32, 40. Давайте готовимся. На счет 3 будем пулять. Раз, два, три. Переводим профа.
ты еще откуда? Уже выходим. Блять, думал зеленый, чуть не проебал красный. Choking soon. Choking. Choking soon. Захил не на фул. Choking. Сука. Блять, ёбаный в рот. Поднять? Или лисы ебаны. Надо бежать. Лисы, не надо ничего рассказывать. Класс кулак при стебах. Хуярим красный. Puddle cast. Ой, ёбаный урод, блядь. Это что, не за хил был, или ты как-то по-другому сдох? Ремень. Ремень, да? Так, стой, стоп, по боссу после зеленого бум. Отойди босса отсюда, после зеленого бум переводить. Там 1%. Зеленого все фул ДПС. Зеленого не сдохнуть. Все, добивайте его, РДД. И проф, иди туда к столу, он сейчас к столу придет, его переводить надо. Иди, иди, беги. Мы слизни пошли. Здесь треугольник не успеет, это успеете прибежать. Зипку. Через 3 секунды бами нас сокрут. Раз, два, три, давай. Опа, зеленый вышел. Блять, рот ебал нахуй. Бейте, бейте его. Choking soon. Так, не стойки, готовься, пельмени. Они прям сюда летят, нахуй. Кайф. Да? Так, ну давай, значит, ровист риса огнестойкого. Сколько там на тебе уже? Не водите, не водите, зачем? Далеко не надо водить. Я встал. Угу. Заберу следующую. Хорошо. Колбы сейчас. Все, я буду дальше водить. Готовься. Захиливаем хп, фулл рейд. Не зона. Так, Рабис, ты еще забираешь? Ну, пускай еще третий заберет, потом ты заберешь. Еще два. Choking soon. Choking. Так, колбы отходим. Че там по стакам? Ага. Так, третий. Все, он его открыт. На меня один. Ага, готовься. Ну какой-то, блядь, я не знаю нахуй. Ну как вы там? Так, два. Я да не, залупа нахуй. Неправильно, ну неправильно вводим, блядь. Ну со стола надо начинать. И уже пить по ебаному, блядь.
Да и со слизнями залупа, блять, полная нахуй. Параша ебаная. Я только что видел, как кто-то из зеленой. Ну как из зеленой места. Короче, какой-то человек просто убежал, блять, туда в РДД. С зеленой залупой. Убежал или откинул? Дурак нахуй. Ну ебать, ну долбоеб реально. Причем, походу, это хил был, или кто-то из хилов, блядь, или кто-то из РДД, потому что видел, что кастовал, блядь, и побежал туда, нахуй. Потому что огнестойки сдуло, нет, на раз. Там пельмень в торсе пролетел, я умер, да. Да, и пельмень убил три тела. Чё, хэлло, всё? Да, конечно. Хэлло. Беслав, можно 5 минут? Чё 5 минут? Воды попить, хоть чай налить. Перекорно. Ну, курите, я не знаю, зайдет кто-то еще, нет? Рвиз тоже все, да? Ладно, ребята, давайте удачных троих. Давай, спасибо. Давай. Короче, заебись, надо, блядь, еще подзадрочить его. Я вот думаю, блядь, насчет ульды. У нас типа есть танк, если ты спекнешься в сову. Коли у меня есть танк. Ты имеешь в виду... Если ты спекнешься в сову, трупопровод который. Ты имеешь в виду, тут на профа пойти, пойдет он, да? Ну да. А, так пусть заходит. А ты мне дай ассист. Он где, по... он где будет? И поводить может. Он у нас и водил, все делал. А что, у нас есть 5 минут, блядь, воды купить? Ну да, идите.